Дорогие друзья, добрый день. Я рада приветствовать вас. Меня зовут Головкова Екатерина. Я информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». И у нас сегодня с вами замечательный эфир и замечательный гость, с которым мы встречаемся. У нас наш эфир сегодня посвящен Международному дню семьи, который мы праздновали с вами вчера. Я уверена, что все собирались с семьей, кто за столом, кто на даче, кто на каком-то времяпрепровождении в парках ли, или просто на приятной прогулке. Но, тем не менее, мы, так как это проект «Здоровое питание», и мы в рамках этого проекта с вами встречаемся, отмечаем День семьи эфиром с нашим прекрасным гостем. И сегодня это заместитель директора Центра эндокринологии Минздрава, директор Института репродуктивной медицины, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификации, квалификационной категории Елена Николаевна Андреевна. Добрый день. Добрый день. Я очень рада вас всех приветствовать. Хочу сказать, что действительно вчера был День семьи, большой праздник. Кто об этом вдруг случайно не знал, может отпраздновать его и сегодня, потому что семья на то и семья, что мы каждый вечер устраивает себе, может быть, какие-то маленькие уютные праздники, но только правильно при этом питаясь. Это чудесное такое наставление, я бы сказала, и приветствие, и наставление. Поэтому праздник каждый день в каждый дом. Да, то есть, и мы поговорим сегодня, естественно, о здоровых привычках. Потому что, с одной стороны, Елена Николаевна, да, то есть, как я уже сказала, директор Института репродуктивной медицины, но, как мы знаем, репродуктивная медицина, с одной стороны, понятие такое достаточно прямолинейное, такое то, что я называю, я прошу прощения, Елена Николаевна, знаете, таким простым языком, производство детей. И с мужской точки зрения, и с женской, естественно, точки зрения, и с точки зрения ребенка. Но недаром девиз Центра эндокринологии – гармония в гормонах. И я хотела бы сегодня, помимо темы вот детей и именно репродуктивной функции мужчины и женщины, которая, безусловно, зависит от гормонов, от его состояния здоровья, от пищевых привычек, взять немножко шире и поговорить именно вот об этой гармонии в гормонах, которая касается и людей старшего поколения, а это все наша семья, наши бабушки, дедушки, и женщин, которые уже имеют детей, но, да, то есть вышли из репродуктивного возраста, их состояние здоровья, и детей, которые еще не стали подростками, и детей будущих, которые еще не родились, а родители готовятся. Вот если можно, да, то есть я вам была бы признательна за такой более широкий спектр, потому что вопросов очень много, и мы собрали их, у меня 5 распечатанных листов с вопросами. Поэтому, с вашего позволения, мы начнем. И я, знаете, начну с такого совсем прямого и понятного, а дальше, собственно, уже по ходу мы с вами будем то, что называется, подстраиваться и под вопросы, и под ответы, и под то, что к нам поступает в прямом эфире, если вы не против. Нет. Не против. Так, тогда так. Такой лобовой вопрос. Как лишний вес одного из обоих родителей влияет на способность зачать, выносить и родить здоровое потомство? И еще мы в этом контексте давно уже и вместе с вами, и с вашими специалистами начали говорить про некую генетические особенности, да, вот того, что родитель оставляет в наследство своему ребенку. То есть не про сундук со златом, а, собственно, про вот это вот здоровье, которое должно быть генетически заложено. Что думаете? Я не думаю, я точно знаю о том, что ребенок рождается с определенной генетической предрасположенностью. Да, это называется геном. А вот все, что дальше он приобретает, это называется эпигеном. Соответственно, поведение матушки во время беременности планирует эпигеном плода. Потому что то, как пройдет ее беременность, соответственно, кроме генетики, которые пришли, яйцеклетка со сперматозоидом,
ее лишние набранные килограммы, ее давление, какая-то инфекция, которая могла возникнуть, вирусная или передающаяся половым путем во время беременности, какие-то нюансы течения беременности, осложнения, все это отражается на ребенке. Да, в том числе тот же гестационно-сахарный диабет. Если вес ребенка выше 4 килограмм, это предикция возможности других заболеваний, которые мама уже, скажем так, достаточно сознательно передаю своему ребенку. Да? Если она, наоборот, недоедает и низкий рост при рождении, вес при рождении, это другая сторона вопроса. Меньше 3 килограмм. Это дети доношенные, но меньше 3 килограмм. Это, соответственно, предрасположенность к целому других заболеваний, в том числе эндокринных. Например, к тому же синдром поликистозных яичников. То есть поведение женщины во время беременности программирует определенным образом эпигеном плода. Дальше ребенок рождается, и в зависимости от того, как матушка его кормит, кормит ли она его женским молоком, кормит ли она его искусственным молоком, сколько килограмм он набирает, да, то есть определенные, рассчитанные педиатрами, сколько весит должен ребенок в 3 месяца, в 6 месяцев, в год и так далее, для того, чтобы не было проблем не только с гормональным фоном, да, но и с целым рядом заболеваний, из-за чего это может возникнуть. Да, есть определенные заболевания, которые генетически предполагают набор веса уже у маленьких детей. А есть просто раскормленные дети. Я, например, видела детей, которые в год весили 12 килограмм, ребенок дышать не мог. Просто у него из-за того, что вот огромный живот, у него даже вот легким негде было нормально вдохнуть и выдохнуть. Пока его не посадили на диету, он не похудел. Что это имеет значение в репродуктивном возрасте? Да, если девочка... У нас как бы... Когда мы говорим про восстановление репродуктивной системы, все начинается с момента менархии, да? То есть тогда, когда начинается менструация. Средний возраст наступления менструации в Российской Федерации, так же, как планировано во всем мире, это 12 лет и 4 месяца. Это такой средний старт, когда у девочки могут начаться менструации. Сегодня известно, что чем больше вес у девочки, тем менструация приходит раньше. Угу. А если позже, наоборот? Если до 15 лет нет менструации, то это вариант нормы. Если после 15 их нету, тогда стоит заинтересоваться, а почему их нет. То есть целый ряд причин для того, чтобы их не было. Но если вес избыточный, да, они обычно приходят раньше. Они могут прийти в 8 лет, они могут прийти в 9 лет и зачастую в 10 лет. То есть это нарушения, которые сказываются на всем формировании... Всей функции репродуктивной функции женщин. Понятно. А у мальчиков? А у мальчиков то же самое. То есть если у нас есть избыточная жировая ткань, у девочек повышенный уровень эстрогенов, которые стимулируют ей вот это ранее достаточно менархии. А у мальчиков наоборот, если у них есть ожирение, повышенный уровень эстрогенов, соответственно, у него не хватает тестостерона для того, чтобы превратиться из мальчика в мужчину. Да, замедленное получается созревание. Да, и у него начинаются проблемы вот с нормальным половым созреванием мужским, с формированием наружных половых органов. В этой истории очень часто возникают проблемы с развитием пениса, да, потому что он может остаться маленьким, тестостерона не хватает, как одна из причин, есть много разных. И дальнейшее функционирование мужчины может быть тоже крайне затруднено. Поэтому сохранять вес в норме, в пределах нормы, это очень правильно и разумно. Тут главное не перегнуть палку, потому что дети, они очень впечатлительные. И если один раз неправильно сказанное слово, например, девочке, что ты толстая, может разрушить всю жизнь. Потому что это ты толстая, она может услышать даже при нормальном для нее весе. Она должна вот этот вес... У нас есть рассчитанный индекс массы тела, калькулятор, который легко найти в интернете. Любой может посчитать соотношение своего веса и роста и посмотреть норму. Если он в пределах нормы, то никаких проблем не должно быть. И слово, что ты толстая, не должно никого из мальчиков вообще не должно звучать никогда. Да, потому что иначе возникают вопросы, и у девочки на подкорке закладывается, что она толстая. Она перестает есть, и тут возникает другая проблема. Они снижают вес ниже критического. И это уже анорексия, другое заболевание. Это может не дойти еще даже до анорексии. Может дойти, может не дойти. Она может остановиться, не дойдя до анорексии. Но при этом у нее могут прекратиться собственные менструации, которые до этого шли. Да, это может произойти в 14, 15, 16 лет. Вот упало каменное слово, сказанное одноклассницей в школе. Да. Да? Что ты толстая. И дальше, потеряв свои менструации,
может вызвать достаточно большие проблемы дальше с репродуктивной функцией. И если вовремя это не остановить, а в этой ситуации требуется помощь еще психотерапевтов либо клинических психологов, потому что гормональные таблетки, которые могут дать гинекологи или эндокринологи, они будут, ну, как я говорю, заплаткой для, на дырке. Проблема остается, да, если ее не ликвидировать, то она будет прогрессировать дальше. И могут привести достаточно серьезным проблемам дальше с возможностью иметь детей. Поэтому здесь такая палка о двух концах. Елена Николаевна, я, знаете, вот в продолжение того, что вы говорите, хотела бы сказать следующее. Смотрите, Роспотребнадзор провел большие исследования, где, соответственно, показаны разные категории населения, в том числе дети. И мы увидели то, что основная... То есть в большем количестве ожирением ему подвержены как раз мужчины и мальчики, нежели женщины и девочки. Это раз. Второе, что безусловно, и вернее, это в продолжение того, что вы говорите, что репродуктивную функцию нужно безусловно мамам детей держать в голове, как для девочек, так и, безусловно, для мальчиков. Просто проявление этой репродуктивности, да, то есть они у каждого пола свои. Это то, о чем вы говорили. С детства, безусловно. Да, то есть это раз. Второе. То, что вы говорили в отношении, да, то есть вот этого вот сказанного слова, которое некрасиво звучит, да, то есть и оскорбительно звучит, но при этом привычно и повсеместно вот это обзывание детское толстый, толстая, да, то есть, к сожалению, имеет место быть и было практически всегда. Если мы вернемся к началу, что у нас очень большое количество детей, именно сейчас мы говорим про детей с ожирением, да, то вот это школьное и детское обзывание, да, то есть может сыграть очень плохую роль с ребенком. Как родителю понять, что его ребенка там обзывают, оскорбляют, что это ранит его ребенка, если он уже понял, что это произошло? Действия родителей. Тут я бы разделила ситуацию на две части. Да? У нас есть правила пищевого поведения в семье. И очень часто бывают семьи. Это очень хорошо видно, ну, сейчас, может быть, меньше, но вот еще несколько лет назад, до пандемии, когда приезжаешь, ну, например, в Турцию, в ресторан, это в отель, где все включено на отдыхе. Да, такая страшная картина. Идет, например, я называю это семейство Гаргантюа. Идет вот такая немаленькая мама, очень кругленький папа, я, видите, аккуратно возбуждаюсь, да. Вместе с ним такой хороший краснощекий бутуз, лет так 10-9. У всех на тарелках картошка фри, обильно гора, кетчупа и гора каких-нибудь котлет, бургеров и так далее, а рядом тарелка со сладостями, которые у папы пиво в руках. У мамы что-нибудь тоже похоже на эту. У ребенка сладкий, кока-кола, какой-то газированный напиток. Угу. Известная классика. Всем картинка, классика. Да. А за ними стоит тоненькая мама. За ним тоненькая девочка. Такой же стройный папа. Салатик у них на тарелке, зелененький салатик. Да? При этом все включено одинаковое. Да. И не голодает ни одна, ни другая семья. Но это привычка пищевого поведения в семье. Поэтому если этому краснощекому бутузу сказать «ты толстый», он скажет, ну и что, у нас вся семья толстая, он спокойно к этому отнесется. Ну, он как к данности к этому относится. И если он даже придет к родителям и скажет «ты толстый», он говорит, это у нас все такие. У нас в семье все такие, это у нас любимая фраза наших. Да? У нас у всех в семье толстые, говорят нам пациентки, которые приходят с внушением. Да. У нас все толстые. Это не помешало маме меня родить. То, что маме, пока она ее родила, она весила там 50 килограмм, а сейчас 150, это другая история. А, ну, в семье все толстые. А вот если этой девочке тоненькой, зелененькой листиком сказать, что ты толстая, вот она может зациклиться. Но может и не зациклиться, понимаете? Вот эти как раз девочки, которые с детства воспитаны на серьезном таком достаточном воздержании, они тоже... достаточно ранимы. Гораздо более ранимы иногда, чем те, которые в семействе Гаргантюа, там непробиваемы бывают. Где золотая середина тогда во всем этом?
Надо есть, ну, я думаю, что листики салата правильно есть балеринам все-таки, да? Вот я просто знаю, у меня есть знакомая балерина, она, когда попадает за семейный стол, где едят пельмени... Она падает в обморок. Она кладет себе один пельмень и говорит, я тоже пельмени ела. Нет. Завтра я этот пельмень отработаю, говорит она. Понятно. Понимаете? Да. То есть она, это честно, страшная ест... жизнь. Это ее выбор, это ее профессия. Да? Она должна соответствовать, иначе она не сможет танцевать так, как она танцует. Да. Да. А если это вот ради навязанных секретов красоты подиума, да, которые ходят по языку девочки очень часто, как это мы говорим, в моде, то это не всегда справедливо, потому что, во-первых, у них тоже профессия, во-вторых, они лечатся у нас же, эти красавицы, которые ходят по языку, потому от что... От чего они? А, с нарушениями менструального цикла, потому что 1,80 м роста, вес 49 килограмм, это не физиологично. Конечно. Конечно. И они приходят к нам и лечатся у нас, потому что у них тоже проблемы. Понятно. Поэтому смотреть на них и брать их за пример, это реально нарушать... Корни уже неправильно. Корни нарушать, запрограммированно уже нарушать свое репродуктивное здоровье уже с детства. Это не эталон, к которому стоит стремиться. Елена Николаевна, хорошо. Здравый подход для нормального, спокойного человека, который и не балерина, и не манекенщица. Ну, это же имеет отношение и к мальчикам, да? То есть вот нормальный человек, да? То есть вот растет ребенок, соответственно, живет человек уже, который не ребенок. Соответственно, как он должен сканировать свое состояние здоровья, да, то есть вот свой вес и свои репродуктивные функции, когда нужно бить тревогу, то есть на что обращать внимание? Ну, еще раз, да, то есть как бы ребенок ни рос, на любом возрастном периоде, в любом возрасте есть среднестатистические показатели, да, там допускается плюс-минус несколько килограмм. Если ребенок этим среднестатистическим показателем, который есть у любого педиатра, а ребенок должен наблюдаться у педиатров, у нас есть сейчас как бы стандарты ведения детей до 18 лет, ежегодный осмотр у диспансеризации в школе, и дальше уже идет более старший возраст. И там обязательно вес и рост, соотношение веса и роста обязательно смотрится. Если ребенок выходит за эти пределы вверх или вниз, то врач обязательно даст заключение для родителей. И вот родители... не должны пройти мимо него. Если там будет написано дефицит веса, значит, надо понять, что случилось, да, если человек до этого не видел. Угу. У меня, например, пришла 25-летняя женщина на прием и сказала, что вот я сейчас 25 лет, у нее нет менструации. Я говорю, а мама ваша что говорит? А мама не обращала внимания. Я говорю, что она не обратила внимания, что вам 25 лет и не было ни одной менструации? Нет, говорит. Но мне, говорит, мои подружки сказали, что это ненормально, и я вот пришла к врачу. Ну, то есть мы можем столкнуться с любой семейной ситуацией, да. Но, в принципе, адекватная семья должна прореагировать на заключение врача. А если там написано избыток массы тела, либо тем более ожирение, то надо на эту тему не просто сказать, ты толстый и давай худей, да. Вот люди вообще не любят, когда им говорят толстый или что у тебя ожирение. Они обижаются, даже если это правда. Поэтому они говорят, я и так это знаю. А вот мое тело, мое дело. Дело еще есть. Да, есть еще такой, значит, разговор про семейное поведение. Я очень люблю, когда я читаю лекции, рассказывать анекдоты врачам. Да? То есть вот проснулась среди ночи, хотела кушать, пошла к холодильнику, стала в очереди третьей. Ну. Вот это точно про пищевое семейное поведение, понимаете? Поэтому... кто-то уже впереди стоит. Там, может быть, мама, может быть, дедушка, может быть, бабушка, может быть, дочка. Ну, кто-то уже, она уже третья. Да? То есть это человек никогда не похудеет. Слушайте, скажите, пожалуйста, как нам, вот с вашей точки зрения, просто я заранее улыбаюсь, вот для меня ответ очевиден, но, возможно, я не права. Вот эта история, о которой мы сейчас в очереди третья, ночью к холодильнику, да, это... актуально для нас, как россиян, да, то есть вот, и это то, что называется отсутствие культуры пищевого поведения, воспитание культуры пищевого поведения, или это актуально для любой страны?
Ну, для стран Африки, где дикие племена, это не актуально. У них холодильника нет. Да, у них голода нет холодильника. Ну, я не знаю, насчет голода, холодильника у них нет. Вот, они живут в маленьких хижинах, в других домах, да. А вот для экономически развитых стран, да, или развивающихся активно стран, это характерно. Это наша некая социальная действительность с возможностью лишний раз не двигаться. Да? Почему мальчиков толще, чем девочек? Почему? Больше? Они больше сидят за компьютером. Компьютерные игры. Они сейчас все модно стать программистом. Они все сидят и меньше двигаются. Но, знаете, мне кажется, здесь еще есть такой вопрос, что все-таки вопрос красоты... Да, он понятно, что имеет отношение, ну вот в таком глянцево созданном формате, он имеет отношение, этот вопрос, и к мальчикам, и к мужчинам, и к женщинам. Но все-таки эстетика красоты, да, то есть вот в глянцевом сообществе и все то, что представлено, она имеет больше акцент на женщину. И в этом смысле женщина, ну, я прошу прощения за такое народное слово, больше внешне себя продает, как такая елочка красивая, да, то есть вот... С определенного возраста. С определенного возраста. А мы про детей сейчас говорим. Да, но это ведь в голове и у мам тоже. Не всегда. Не всегда? Она может быть елочкой, но у нас, если вспомните, в советские времена у нас было очень много разных красивых картинок. И вот такой крепкий розовощекий бутуз да, с большими да, перетяжками. Да, это здоровый ребенок. Да. Причем неважно, мальчик это или девочка. То есть, а это, получается, символ нездоровья, как показывает медицинская практика, исходя из... Да, дальнейшего вот... развития событий. Да. Просто еще раз, лет 30-40 назад у нас не было такой необходимости сидеть в таком количестве. Дети, у них не было айпадов, айфонов, они не сидели в компьютерах, они шли на улицу играть и в футбол. И время проводили там. В играх, да. Да. В казаки-разбойники, в да, классике. Да, ну, наше ну, советское детство. Да. Я очень большой человек, выросший из советского детства. Ну, аналогично, да? У меня самые прекрасные, лучшие воспоминания на эту тему. Но мы все были на улице. Мы на улице сутками, да. Сейчас детей сами родители боятся отпустить от них. Да. У них не всегда есть время выйти погулять, поэтому их устраивает, что ребенок сидит дома под присмотром. Он сидит дома. Сидит так, слово. Да, то есть ключевое слово сидит. Конечно, есть люди, которые активно отдают детей на спорт, которые ездят на сборы, там, не знаю, занимаются хоккеем, футболом, баскетболом, фигурным катанием, гимнастикой и так далее. Ну, то есть это отдельная категория. Это отдельная категория. Это не общепринятый формат. Поэтому мы понимаем, что, соответственно, за разнообразием питание мы следим с детства, да, то есть мы понимаем, что в очереди ночью к холодильнику мы не стоим, мы понимаем, что физическая активность должна соответствовать потраченным калориям, то есть калории съеденные должны соответствовать потраченным, да, то есть физической активности, да, то есть для того, чтобы не набирать вес. А гормоны, как смотрим, как проверяем в каждом возрасте и у пола. Меня очень беспокоят в этом смысле мужчины, да, то есть потому что мне кажется, что как-то женщины в большей степени, за собой смотрят, потому что это банально, женщина, ей нужно становиться мамой. Это ее предназначение, у каждой, ну, в большинстве своем девочки это в голове, да, то есть у мужчин как-то это, ну, то есть как само собой. То есть они не связывают свою полноту с возможностью, со своими репродуктивными функциями. Что нужно по гормонам сдавать и смотреть у кого, в каком возрасте? Что должно настораживать? Гормоны – это анализы, да? Это да. Анализ крови. Поэтому вот изначально все проблемы в медицине, как говорится, да, от головы. В голове находится головной мозг, который командует и эндокринной системой, в том числе щитовидной железой, половыми гормонами, соответственно, их выработкой. И, соответственно, мы видим то или иное правильное созревание мальчика или девочки, превращение в взрослый организм. И если у нас в голове не заложена правильная доминанта родителями, вот это отношение существует.
Повторяю, родители должны посмотреть на правильное созревание ребенка под контролем вот этих врачей-педиатров и реагировать на то, что написано в заключении. Угу. Это написано и для мальчиков, и для девочек. Избыток веса или недостаток веса. Мальчиков тоже бывает. Иногда мальчики, бывает, которые конечно. Не хотят очень мало есть. Вот. Дальше. Мы не смотрим гормоны глобально до момента того, как пришло половое созревание. Если оно происходит по времени, необходимости регулярно их брать тоже нет. Да? То есть если это идет, ну, в среднем по срокам. Начинается заниматься гормонами, если идут какие-то временные отклонения. Да? Просто так лишний раз тратить деньги и сдавать анализы, mm-hmm. смысла нет никакого. Если есть какие-то проблемы, связанные с заболеванием щитовидной железы, другая история, потому что, например, дефицит гормонов щитовидной железы тоже может повлиять на развитие пубертаты мальчиков mm-hmm. и девочек. Если есть какие-то проблемы с гиперпролактинемией, повышенным уровнем пролактина, это эндокринные заболевания, о которых я сейчас говорю, mm-hmm. которые могут быть в детстве, они тоже могут повлиять на формирование пубертат. И этим уже ведут детские эндокринологи вместе с педиатрами и вместе уже тогда дальше с детскими гинекологами для того, чтобы все было хорошо. Средняя статистическая здоровый мальчик или девочка, да, вот с детства управляемый родителем. Дальше, если вот мы видим, что 15 лет у мальчиков нету достаточного волосения такого, как должно быть, нету голоса, который должен уже к этому времени, как говорят, ломаться, да, как бы, не появляется, соответственно, модификация фигуры с уровнем тестостерона. При всех остальных вроде как нормальных анализах, тогда начинает интересоваться гормонами, а что случилось. Да? Это крайняя ситуация, потому mm-hmm. что обычно эндокринные заболевания, они больше уже... Сегодня у нас такой уровень эндокринологии, эндокринологии детского возраста, что это достаточно четко видно с детства, да, эндокринные заболевания. А здоровые мальчики, условно здоровые мальчики, девочки, как мы сегодня говорим, вот, это видно уже где-то к 15 годам. То же самое с девочками. Да? Если она тонкая, звонкая, нервная, у мамы была менструация в 14-15 лет начиналась, у нее может тоже начаться в 14-15 вариантов, и это нормально. Ненормально, когда они начались, а через месяц, через год, через два исчезли. Угу. Вот мы сейчас видим, например, приходит там девочка 20 лет, менструации нет. Начались 12 лет менструации, потом 1,5-2 года они шли, потом она начала прибавлять вес резко. Кто-то ей сказал, упало каменное слово толстое. Да, да. Она резко снизила вес за пару месяцев для того, чтобы стать более тонкой, звонкой. И дальше все, цикл пропал. То есть начались нарушения, которые нужно восстанавливать. Уже гормональные нарушения, которые уже нужно восстанавливать. Первоначально, как я сказала, все из головы uh-huh. идет вот стрессогенная ситуация, которая к этому приводит. Uh-huh. Вторая история, которая может быть во время наших экзаменов, сейчас ОГЭ, ЕГЭ. Да, да, у меня дочь просто в периоде подготовки к ЕГЭ. Это история, когда ребенок сидит, учится, и тут самое страшное, не ставит рядом с ним какую-нибудь миску с орешками, печеньями, сушками, семечками, не знаю чем. Потому что если вы поставили эту миску, ее не будет через несколько часов, она будет пустой. Да. Что бы вы туда ни насыпали? Ну, просто человек автоматом заедает свое стрессовое состояние. А родителям хочется сделать что-то приятное. Да. Понятно, что мозги работают, надо что-то, сахар туда положить, чтобы она лучше работала, училась. Соответственно, они туда конфетку, мармеладку, шоколадку, мороженка. Елена Николаевна, вы просто рассказываете нашу семейную историю за последние 2 дня, когда мы уехали на дачу, да, то есть и оставили дома все дочери, да, то есть включая, соответственно, разные вкусности, которые были разложены в разные места и не предполагались к открытию и к съедению. И мы приехали ровно к заполненному холодильнику и абсолютно опустошенным ящиком в плане сладостей, конфет, печенье, вафелек, вот все, что было дома, было съедено, кроме холодильника, где стояла то, есть то, что называется нормальная еда. Поэтому это стрессогенная стимуляция, когда ты на стрессе, и это очень часто бывает, две категории людей. Одни на стрессе ничего не едят,
Другие на стрессе едят все подряд. А желательно что-то вкусненькое, чтобы получить положительные эмоции. Мучное и сладкое, да. Они хотят получить хоть какие-то положительные эмоции. Конечно. А положительные эмоции всегда получаются от углеводов. В чем бы они ни были. Поэтому все, что связано с этим, у них они не могут иначе работать. Если они это не сделают, у них этот стресс не уйдет. Ну, ведь, в принципе, это такая даже основа, когда принимает пациента врач-эндокринолог. Да? То есть, когда врач-эндокринолог спрашивает пациента, вы сейчас в периоде стресса, а давайте вы сдадите анализы, и помимо всего прочего, да, то есть вот этот некий анализ... который показывает наличие... Он не, может не всегда показывать. Не всегда? Да. На высоких стрессах, да, может подняться кортизол. Вот, кортизол. Может подняться пролактин, как да. гормоны стресса. Но да. если это хронический стресс... То ничего не там острый, не поднимется? А ничего не поднимется. Это надо собирать анамнез у врача. Понятно. Да, врач должен собрать да. анамнез. И если это ситуация хронического стресса, то надо ребенку давать успокоительные, но не шоколадки. Понятно. И здесь тогда, знаете, у меня вопрос, да, то есть я вас попрошу вернуться, вот то, что мы сейчас говорили про детей, подготовку, стрессовую историю, а я бы хотела вернуться вот к тому, что я спрашивала в отношении гормонального фона, там, старшего поколения, мужчин, если они полные, да, то есть женщин, которые вышли уже из репродуктивного возраста, что смотреть и на что обращать внимание, и нужно ли сдавать анализы, к кому идти. Но у меня даже, знаете как, вопрос, вот исходя просто из того, что вы сейчас говорили, про стресс и фон, вот этот вот стрессовый, из про заедание. Как работать-то как раз вот с этим стрессовым фоном, когда ровно на нем люди начинают прибавлять вес, заедая этот стресс? Нужно ли идти к врачу, пусть не эндокринологу? Тогда к кому? Это психотерапевт? То есть можно ли справиться самому? Или нужно сдать... Вот что с этим делать? Понимаете, в чем дело? В медицине можно лечить симптомы и долго и красиво лечить. Можно. И без толку, да. Да? Да. А нужно лечить патогенетический механизм, причину, от чего все это да. пошло. Если у нас идет переедание, либо нарушение менструального цикла, или связанное с тем, что бесплодие в том числе, да, которое идет, это нарушение, да, да. все это связано со стрессом, то надо два варианта. Либо убрать источник стресса, что не всегда возможно в нашей жизни. Или человек не может его определить. Либо да. поменять свое отношение к этой ситуации. Ну, конечно. У нас еще, например, есть отдельный контингент людей-перфекционистов, которым надо, чтобы все было на 5. О, да. И это отдельный, и все под контролем. И это отдельный класс пациенток и пациентов, которые находятся на лечении у нас. Угу. Потому что... Если это психотерапия. Это психотерапия. Угу. Если тяжело запущенные ситуации, то в какое-то время у нас работает целых два уже в эндокринологическом центре психолога, вернее, mm-hmm. психотерапевта, они же психиатры. Да. Это не психологи, у психологи не врачи. Психологи, даже клинические психологи, они не имеют права назначать препараты. Психотерапевты и психиатры могут назначать препараты. Тут очень важно понимать, психиатры, они тоже разные. Вот как гинеколог. Есть гинеколог-хирург, да, есть гинеколог, который больше занимается, ну, например, лечением женщин в климаксе. Да. Да? Точно так же психиатры. Есть психиатры, которые занимаются лечением психически больных людей, а есть психиатры, которые занимаются лечением людей, у которых, я так придумала такой диагноз, перегрев нервной системы. Mm-hmm. То есть они здоровые люди, но по какому-то ситуации у них идет стрессовый фактор, который накладывается мешает на им, все. Снижает им качество жизни да. и, соответственно, мешает пробивать то, у них, что у них имеется более слабое звено. Да? Там, например, желание кушать, потому что это вот так mm-hmm. стрессогенный фактор работает. И, соответственно, вот у нас, например, работают психиатры, у которых написано, они психиатры общей соматической сети. То есть это сеть общей терапии. Поэтому они у нас в эндокринологическом центре спокойно работают.
Очень много больных с сахарным диабетом, очень много больных, у которых какие-то хронические ситуации. Просто Лена Николаевна, а я правильно понимаю, что и бесплодие может быть тоже фактором, да, то есть вот именно вот этой вот стрессогенной формы, с которым, да, то есть к вашей работе именно репродуктологов, да, уже гинекологов должны подключаться именно психиатры? В определенных случаях, да, просто бесплодие имеет целый ряд факторов. Да, это может быть мужское бесплодие. Конечно. Это может быть бесплодие, связанное с непроходимостью маточных труб. Это может быть бесплодие, связанное с какой-то генетической историей. Это может быть бесплодие, связанное с изначально эндокринным заболеванием, которое, ну, не дает возможности иметь детей, или каким-то другим заболеванием. Это может быть связано с аномалией развития. Например, бывают женщины, у которых нет влагалища или нет матки. И это другие совершенно истории. Да? А вот если женщина имеет длительно существующее бесплодие, бывает так, что никаких других факторов уже нету, и только вот голова мешает ей делать. Вот тогда психотерапевты работают. Но у нас другая еще ситуация. Очень много больных в центре, у которых есть ожирение, которое с детства его наели, в пубертате пришли к этому, либо родили одного ребенка, расслабились и дальше набрали вес. Или пара, у которой может быть женщина нормальной массы тела, а мальчики с избытком или с ожирением. Это совершенно другая причина бесплодия. У женщин, у которых есть ожирение, оно как бы тоже бывает двух видов. Условно здоровое ожирение, мне могут сказать, да у нас полстране России. Здоровым, да. Да, женщины достаточно полные и при этом имеющие детей, кучу детей. Да. А есть женщины, у которых это ожирение нездоровое. Даже такое сейчас понятие разделяет. А в чем вот это здоровье и нездоровье ожирения? Как это? Что такая за несправедливость? А есть вот это та самое нездоровое ожирение, которое в итоге может привести к развитию преддиабета и диабета. Это то ожирение, которое способствует развитию так называемой инсулинорезистентности. Когда человек вроде и не торт ест, да, а он, например, ест яблоко. Но яблоко тоже содержит сахар, фруктозу. И у него это яблоко откладывается как от воздуха в складочку жира на боку. Если его неправильно есть. Допустим, до 12 он это яблоко съест, этот сахар все-таки фруктоза сгорит. А если он 12 вечера его съест, то оно прилипнет. Но многие ведь считают, что на ночь съеденные фрукты – это легко, а оказывается, это просто складка на боку. И не только на боку. От чего, вот почему у кого-то, это такой банальный вопрос, вот у кого-то это все отлично, яблоко не складка на боку, а у кого-то и от него, да, то есть вот как... Вот это как раз генетика и эпигенетика, про которую я говорила. Это то, с чего, собственно, почему родители должны... С самого начала смотреть. Да, то есть с самого начала смотреть за собой, чтобы в дальнейшем, если он не хочет, чтобы у его ребенка были проблемы от яблока... Да, банально, условного, как условного, говорит. Да, то есть вот поэтому родитель, помимо того, что, да, то есть вот он должен выносить этого ребенка, сам остаться не просто в живых, а в нормальном состоянии здоровья, и еще заложить в ребенка всевозможные правильные вещи, да, то есть чтобы у него в последующем не было проблем. Вот ровно поэтому... В том числе. Я хочу сказать, что у нас может быть наследственность поколение сахарный диабет, да, у людей. Угу. Есть такие семьи, ядерные семьи их называют, по первому сахарному диабету первого типа. И есть такие же истории по сахарному диабету второго типа. То есть то, что начинается вот с инсулинорезистентности, дальше нарушение углеводного обмена и сахарный диабет. Как я уже сказала, низкий вес при рождении меньше 3 килограммов – это синдром поликистозных яичников, который дальше вызывает вопросы, связанные с тем, что вот эти нарушения углеводного обмена очень часто бывают. И дальше у них диабет, в том числе. И, соответственно, если эти дети с детства не соблюдают определенные правила игры, сидя за столом, условно, как я говорю, да, вначале это начинается с игры, потом это уже идет пищевая привычка, правильное пищевое поведение, то они приходят к сахарному диабету дальше, прибавляя потихоньку вес. Если они соблюдают правила пищевого поведения с учетом их диабета семейного, то вероятность того, что они придут к сахарному диабету, резко снижается.
Это одна из таких вот четких. Одна из них – это вес. Понятно. Если вес в пределах нормы, вероятность приобретения сахарного диабета намного меньше. Она существует все равно, но намного меньше, чем он начинает быть выше допустимых цифр индекса массы тела. Это доказано абсолютно и четко прослеживается и эндокринологами, и терапевтами, и педиатрами, и гинекологами, да, и репродуктологами, и даже геронтологами. Что касается мальчиков, да, то мальчик, который, мужчина пришел, вот, допустим, жена у него худая, все, но беременность не получается, выясняется, что в этой ситуации даже с вспомогательными репродуктивными технологиями, вот, протоколах ЭКО, как мы обычно это говорим, а там сдается сперма и идет яйцеклетка отдельно. И вроде оплодотворение происходит, да, вроде как и сперма такая, вот на первый взгляд, хорошая. А беременности не приживается или замирает на малых сроках. И было выяснено, у нас специально такое исследование было проведено в центре, в нашем институте репродуктивной медицины, о том, что есть определенные изменения в самом сперматозоиде, которые видны только на специальном большом увеличении микроскопа. И эти сперматозоиды дают нежизнеспособные эмбрионы, которые вот даже в протоколах ЭКО от женщины уже ничего не зависит, да, не дают этой возможности. И поэтому пока мужчина не снизит вес, у него сперматогенез не улучшится. Напомню, что кругооборот спермы в мужчине, чтобы ушла плохая сперма, пришла хорошая, в среднем занимает 72 дня, 3-4 месяца. Что касается женщины, то во многих странах, прежде чем пускать протокол ЭКО, рекомендуют снизить вес меньше 30. То есть не было, чтобы не было ожирения, да? Чтобы был максимум избыток. У них просто не берут протокол. У нас к нашей клинической рекомендации по лечению бесплодия, в том числе ВРТ, которые вышли в прошлом году, не написали это как противопоказание, включение в протокол. Но там написано, что рекомендуется снизить вес меньше 30. Почему? Потому что хороший эмбрион, хорошая яйцеклетка, да, хороший эмбрион, все созрели, но оно должно еще прижиться в эндометрии. Эндометрия – это, ну, такой маленький космос. Она должна, как говорит академик Сухих, это взлетно-посадочная полоса, на которой должен сесть Боинг по имени эмбрион. Если эта взлетно-посадочная полоса не готова, Боинг не сядет. Чтобы эндометрий был полноценный, там не должно быть никаких нарушений, в том числе гормональных. А та же инсулинорезистентность имеет там значение. Там есть рецепторы к пролактину, там есть рецепторы к ренину, там есть рецепторы, я имею в виду гормоны сейчас. Я понимаю, да. У меня как раз следующий вопрос, да, про гормоны. К инсулину. Там есть рецепторы, естественно, к эстрогену, прогестерону и много к чему другому. И если у женщины ожирение, то, соответственно, гормональные нарушения не только в крови, они везде. Они в организме. Организм приходит в целом. Нету эндометрии отдельно, да, условно говоря, руки отдельно. Да. Поэтому, если изменения есть, они есть везде. Поэтому чем меньше вес у женщины вот, максимально в пределах нормы, тем больше эффективность ЭКО. И самостоятельной беременности тоже. Потому что если женщина вот, имеет это ненормальное ожирение, да, то как бы есть проблема с наступлением беременности. Мы рекомендуем диету, они снижают вес на диете. Дальше идет нормализация гормонального фона, и беременность наступает и вынашивается. Елена Николаевна, у меня, знаете, как вот в продолжении того, что вы говорите, следующий вопрос. У нас как-то потенциально принято бояться гормонального лечения. В любых форматах, да, от гормонозамещающей терапии для женщин, которые, да, вступили в определенную фазу уже своей жизни, да, то есть до, соответственно, лечения вот всего того, что вы говорите, да, то есть и даже до предохранения от беременности нежелательной, да, у нас принято бояться гормонотерапии. И второе, у нас принято бояться то, что общим словом называется антидепрессантов. То есть похода к психотерапевту, который тебе выпишет какие-то таблетки, которые превратят тебя в
овощ. И дальше ты с них не слезешь никогда. То есть гормоны превратят тебя, если это женщина, в толстую, волосатую, да, то есть, а, соответственно, а, психотерапевт в овощ в состоянии вот в никаком не вменько. Толстый, волосатый овощ, совершенно верно. И, а получается, что ровно этих врачей вы и рекомендуете к посещению. Объясните, пожалуйста. Объясняю, у меня сегодня с утра был прием, и именно такие же вопросы мне задавали первые. А я не потолстею? Это главный вопрос, который задают наши пациенты на приеме у акушера-гинеколога, когда речь заходит про любые действительно гормональные препараты. Давайте разделим вопрос на две части. Да? Если мы говорим про дефицит гормонов в старшевозрастной группе, вот там 40+, скажем, да. Так, да? То в этой ситуации идет заместительная терапия. То есть у нас дефицит чего-то. Когда у нас что-то дефицит, логично этот дефицит устранить. Да, восполнить. Когда у нас сахарный диабет, дается инсулин для того, чтобы восполнить функцию щитовидной железы. Логично? Да. Все принимают, понятно, да. Жить хочется, да. Да. Если у нас гипотиреоз, логично дать тироксин, заполнить функцию щитовидной железы, чтобы дальше соображать, не полнеть, потому что при гипотиреозе полнеет, да. И не быть овощем, потому что да. Мозги тоже отключают. Это логично для того, чтобы вот эту дисфункцию убрать, да, дефицит устранить. Если, не дай бог, что-то с надпочечниками, дают глюкокортикоиды, тот же преднизолон или дексаметазон, для того, чтобы надпочечники работали, человек дальше жил, все нормально. Угу. Когда речь идет про половые гормоны, что они в дефиците, надо бы что-то с этим делать, возникает вопрос, а зачем? Ну ведь логично же, да, дефицит. И если организм попадает в дефицит чего-то, так что в организме было до этого очень нужно, то, наверное, дальше идут какие-то последствия, которые неизбежны при этом дефиците. Если мы говорим про старшую возрастную группу, то мы из минуса дефицита переводим на нижнюю границу нормы. Угу. Тут главное не передозировать. А дальше поддерживается качество жизни. Если нет противопоказаний, для этого сдаются специальные анализы. И женщинам, и мужчинам, у которых тоже эта проблема существует, просто у них нет такого четко ограниченного возраста, в отличие от женщин. Этот возрастной андроген дефицит у мужчин более размыт. Но тоже нужно сдавать, чтобы понимать, что если что, то можно себя поддерживать. Уважаемые женщины, если ваш муж начинает говорить, что он очень устал и отказывается от секса, один раз можно простить. Если это чаще случается, то лучше отправить его в наш центр для того, чтобы он на консультацию андролога он получил список анализов, которые надо сдать. Первый из них – тестостерон, для того, чтобы, может быть, проблемы, которые у него есть, но он стесняется гораздо больше, чем женщину спросить, озвучить и устранить этот возрастной дефицит. Что касается женщин, то... Я прошу прощения, здесь, мне кажется, друзья, очень важно подчеркнуть, что если с вашим мужчиной происходят такие изменения, то это не потому, что вы нелюбимы, а именно потому, что, да, то есть это просто физиологически... Возможно, ему не 18. Это, да, ему не 18, это физиологические проявления его организма. Поэтому это в ваших же интересах и отправить, его. И в его, в ваших общих, отправить его сдать гормоны и посмотреть, что происходит. Да, да. Потому что у нас есть мужчины, на которых, например, начинается выделение из сосков. А у них, оказывается, повышенный пролактин. Абсолютно, для мужчин признаться в этом. Да. Это, у него трое детей родилось, понимаете? Да, это же ужас ужасный. И что вообще происходит? Ужас ужасный, но при этом половая функция тоже страдает. И если выровнять этот уровень пролактина и нормализовать уровень тестостерона, он еще до 100 лет очень даже может. Потому что ни одна Виагра не сработает. Да, я так первый попавшийся препарат говорю, не в плане рекламы. Ну, просто как название, да, просто такое популярное. Да. Ни одна, вот один препарат из этой ситуации не сработает, если не будет нормального уровня тестостерона. Угу. А мальчики и девочки хотят еще быть активными долго. Да? Да. И девочки, соответственно, если мы из минуса их переводим на нижнюю границу нормы, то они остаются умницами, красавицами, с хорошим качеством жизни. Напомню, что средний возраст жизни в России пока, к сожалению, 76 лет. Но мы делаем все, чтобы его увеличить. Но мы делаем все, чтобы увеличить, потому что в Европе он 86 лет в среднем.
В Японии 87. Да. А мне за державу обидно. Хочется, чтобы у нас было не только молодых, это очень важно, молодых, но чтобы у этих молодых были бабушки, дедушки, и прабабушки, что тоже немаловажно, если мы говорим про семью. Конечно, и чтобы они были в состоянии нормального качества жизни. И твердой памяти. И совершенно верно. Не просто сидящие или лежащие, не дай бог, дай бог всем здоровья, да, то есть, а именно в хорошем качестве жизни и своего своего и здоровья, и самоощущения, и радости для всей семьи, чтобы да, и давать, и получать. Это тоже важно. Нормальный гормональный фон – это профилактика сейчас болезни Паркинсона и Альцгеймера. Это доказано. Вот я, знаете, что хочу сказать? Что вот мы с вами затронули такую тему. Я, например, своей маме 76, она, с одной стороны, профессор-лингвист, да, то есть, с другой стороны, человек старшего возраста, и мы с ней при обсуждении неких женских тем, да, то есть, и при моих вопросах ей, она мне сказала: ты знаешь, ну вот я в свое время пила чай какой-то, да, там, успокоительный, что-то я еще, но не сильно мне это помогало. А гормоны, конечно, говорит моя мама, профессор-лингвист, 76 лет, это ужасно, это можно разрушить свой организм вообще. И они с этим живут. И мама моя образованнейшая женщина. Моей маме 86 лет. Она акушер-гинеколог, всю жизнь отработавшая на кафедре и преподававшая врача. У нее, соответственно, очень много учеников. В свое время, я очень хорошо помню, как мой отец ходил за ней с микстурой Бехтерева. Была такая успокаивающая микстура для того, чтобы убрать все те мобильность настроения, которые возникало. Со словами: Света, выпей. Если мама выпивала одно количество этой микстуры, у нас на какое-то время в семье был тихий покой, эта микстура еще действовала. Но надолго ее не хватало. Так вот, моя мама, которой 86 лет, говорит, что если в мое время были эти гормоны, я бы их пила и всем назначала. Mm-hmm. Я вообще считаю, что без них это ненормально, как мы жили. Ей сейчас 86 лет, и моя мама по-прежнему использует один гормональный препарат женский, который можно использовать в этом возрасте, он не ограничен по времени, который поддерживает качество жизни в интимной сфере, чтобы не было сухости снизу. Да. Это разрешено, ей 86 лет, и она собирается использовать его дальше. Это к вопросу. А сейчас я хотела бы процитировать нашего президента нашего эндокринологического центра, академика Ивана Ивановича Дедова. У него есть очень интересная фраза о том, что гормоны, они как ноты. Что это значит? Нот всего 7. Да. И можно сыграть из на этих 7 нотах чижика-пыжика, а можно сыграть лунную сонату. Гормонов не 7, гормонов больше. Вопрос, кому, какие гормоны, в каком количестве, и как долго, и по какому поводу назначать. Гормонами можно навредить, гормонами можно помочь. Поэтому вот образование врачей, которые у нас в центре ежедневно, ежечасно, вот мы сейчас с вами общаемся, у нас параллельно идут занятия с молодыми врачами в центре, им рассказывают про ту же менопаузу. Моя коллега, которая работает у меня в отделении, читает лекции молодым врачам, как правильно назначать гормоны и объяснять молодым женщинам, для того, почему они им назначают. Ни один врач не назначит гормоны, пока он не поймет, зачем он это делает. И тут нужно заметить, что вы читаете эти лекции для профессионального сообщества, для всех территорий России. И не только Россия, кроме этого, подключаются все наши бывшие союзные республики. Совершенно верно. То есть поэтому у вас, вы с одной стороны находитесь в Москве, но вы как некая ключевая единица, которая свои умения, свои знания и навыки распространяете и делаете доступными для врачей и в регионах тоже. Да, то есть во всех регионах. Да. Поэтому это очень важно, что, соответственно, чтобы, знаете, у нас же зачастую существует вот это вот понятие, что да у вас в Москве все есть, а вот у нас в регионах сейчас там... Сейчас тоже все есть, надо включить компьютер вовремя. Вот. То есть получается, что мы опровергли этот миф, то есть вы работаете и на регионы для того, чтобы их образовывать. А потом, находясь в вашем центре совсем недавно, я наблюдала картину, когда ординаторы
или, ну, вот, того врачи. Же хирургического отделения, да, то есть это, собственно, молодые люди, молодые врачи, приехавшие ровно из регионов на 2 года на стажировку в ординатуру к вам в центр. То есть дальше они ее проходят, вы представляете все условия, включая проживание, да, то есть и дальше они с этим уникальным уже опытом за 2 года едут к себе на места и, соответственно, выступают в роли проводников. Рупора, да. Правильного направления ведения наших пациентов с эндокринной патологией всей стране. Прекрасный опыт. Но и с ожирением в том числе. Ну, конечно, потому что, соответственно, эндокринология, конечно, это и сахарный диабет, и щитовидные, и надпочечники, да, то есть вся наша эндокринная система. Но, безусловно, проявление этого зачастую, это, собственно, то, что, да, то есть человек приобретает ожирение. И оно может быть, да, то есть с одной стороны наеденным, а с другой стороны именно эндокринным заболеванием. Елена Николаевна, мы с вами, да, вот говорили про гормоны, про то, что это не страшно, про то, что это, соответственно, современная методология, современные препараты. Главное найти руки, и, да, то есть профессиональные врача, который сделает правильное назначение. Современно образованного врача. Совершенно верно. И сделает правильное назначение. И подберет вот эту вот дозы данных препаратов. Препарата и его дозу. То есть, получается, также это имеет отношение и к психотерапии, и к препаратам антидепрессантам? Тоже. Да, вот те врачи, которые, например, у нас работают в центре, они занимаются психосоматикой. Вот той самой психосоматикой, не психиатрией, а теми самыми проблемами, которые возникают у мужчин и женщин, мальчиков и девочек, потому что консультируют и детей тоже, связанных с... Вот, перегрев нервной системы, как я говорю. Современные антидепрессанты – это не совсем не то, что было в прошлом веке. То есть это не овощ? Это мы совсем говорили не овощ. Про это. Нет, это совсем не овощ. Сейчас есть таблетки, которые на фоне того, что успокаивается нервная система, лишний раз рука перестает тянуться к холодильнику, к миске с чем-то, да. К шкафам у вас дома, да, окружающим, да, со сладким, и так далее, и так далее. К ним нет привыкания. Их можно назначить в микродозах на 3 месяца, на полгода, на год, в зависимости от той, какой клинической ситуации человек находится. Да? Это... Есть такая реклама по телевизору: сделай паузу, скушай что-то там. Да, да? Да, да? Да, да. Вот это примерно такая же пауза для нервной системы. Это, да, такой глоток кислорода для нервной системы, который хоть немножко получает возможность отдохнуть. Как быстро они начинают действовать? Они обычно начинают действовать в течение недели. Все зависит от того, какой именно препарат и в какой и какая дозировке. Доза. Да. И как они иногда комбинируются. Бывает еще ситуация, связанная с нарушением сна. Угу. И человек плохо засыпает, либо 4-5 утра просыпается, и, соответственно, назначаются другие препараты. Чем старше человек, тем чаще. Он просыпается в 4-5 утра, и вот тот начинается бродить, и в том числе, да, когда начинает что-то говорить, знаете, какой ответ звучит? А зачем тогда в холодильнике свет? Вот тоже аргумент. Ну, чтобы ночью подойти и увидеть, да, что в нем лежит. Да? Ну, это в том числе, почему говорят, что у человека важно, какое количество часов он спит. Да. Да, то есть помимо химических процессов, потому что я, например, проснувшись в 4 утра, ну, мне нечем заняться. Я иду на кухню, читать у меня нет сил, у меня не работает голова, да, смотреть телевизор тоже. А я начинаю завтракать, б, я начинаю готовить. Ну, то есть... А готовить это все равно что-то тестировать. Да, когда... да, да. А это совершенно не физиологично. 4 утра вкушать. Совершенно верно. Оптимальный режим сна – это 8-9 часов. И если человек спит, он, естественно, не ест, а просыпается и начинает... Отдохнувшим, когда... и у него все, все правильно запущено. Поэтому, собственно, поход к психотерапевту, да, то есть... не боимся. Нет. Если состояние в простонародье, которое называется загнанности и вскипание мозга и нервной системы, то лучше сделать передышку, подобрав грамотный препарат,
короткого действия там, на те же 3 месяца и сделать рекламную паузу и не скушать продукт из рекламы, чем, соответственно, наоборот, только и делать, что в себя загонять, заталкивать. Как в топку закидывать себя, да, чтобы получить какие-то положительные эмоции. Человек перестает заедать свои внутренние вот эти все... метания и проблемы. Метания, проблемы, да. Неудовлетворенность собой, жизнью, обстоятельствами и так далее, которые он далеко не всегда в силах поменять. Знаете, мы с чем столкнулись? Вот, то есть с 2019 года Роспотребнадзор ведет проект «Здоровое питание», и мы делаем каждый год большие глобальные исследования. Да, то есть, в первые 2 года, 2019-2020 год, то есть я бы так сказала, до начала пандемии было очень жесткая позиция у всех фокус-групп, у всех, вот, да, что показывали исследования, люди воспринимали как свою тарелку, как исключительно свое частное пространство, такое пространство расслабухи и любви, моё, то, что да, называется, мое. Не лезь ко мне никто. Вот идите, советуйте где-нибудь в другом месте. А это моя территория любви и получения, ровно о чем мы с вами говорим, успокоения и удовольствия. Хоть какой-то позитив. Совершенно верно. Когда наступила пандемия, ситуация перевернулась. И человек, да, то есть с одной стороны, стал закрыт дома в паническом страхе и в невозможности сделать что-либо, кроме как одеть маску, перчатку и сделать прививку. Но, да, то есть вот эти настроения то ли помогает, то ли не помогает, сюда не выйти, туда мы не ходим на работу, на удаленке и так далее. Но человек начал к своей тарелке и к своему питанию относиться не как к моде, и не как к моде для богатых, а как к практически единственному, что он может сделать сам для себя. И поэтому вот за эти там 20-21 год у нас очень сместилось, да, то есть нам в этом смысле пандемия оказалась в помощь, очень сместилось отношение населения, вот человека, к тому, что называется здоровое питание. Это не значит, что оно изменилось, да, там в корне, и люди перестали, ну, я утрированно скажу, покупать колбасу, сосиски, да, то есть там, и там даже не объедаться, а обжираться, сидя за столом. Но вот это понимание, что, собственно, это то, что ты можешь сделать сам для себя, и второе, что тоже очень важно, пристальное, наряду и просто истовое отношение к качеству продуктов. То есть если раньше мы, как Роспотребнадзор, бились за это и призывали изучать и смотреть этикетку, объясняли, что на ней написано, что это обозначает, что да, там соль, сахар, тра-ля-ля, придумывали систему светофора желтый, красный, зеленый по количеству жиров, сахаров. Да, то есть и все это разжевывали, объясняли, и это достаточно сложно заходило, потому что все знали. То сейчас, да, то есть вот очень пристальное внимание как к качеству и безопасности продуктов питания, так, соответственно, и начало вот это вот движение к изменению своего пищевого поведения. Екатерина, это замечательно, но, к сожалению, не у всех. Потому конечно, что к нам приходят на прием женщины, которые как раз вот в период пандемии прибавили. Наоборот, вес из-за того, конечно, что они не смогли выходить лишний раз на улицу. Да. Но, с другой стороны, тут есть еще одна ситуация. Наступило очень много беременностей, люди были заперты дома. Дома, да. Но, к сожалению, очень многие из них нежелательны. Это да, ну, это другая ситуация. А это ситуация. К вопросу о гормонофобии и использовании гормональной контрацепции. Я возвращаю вас, да, к этому. Да, да, да. Что гормональная контрацепция сегодня использует микродозы, препаратов, mm-hmm, которые можно использовать и 5, и 10, и 15 лет без перерыва. И она используется не для того, чтобы детей не было. Она используется для того, чтобы дети были и все были желанны. Поэтому, если возникает вопрос по поводу того, как питаться, что питаться, и как это все-таки правильно делать, потому что нету диеты универсальной для всех. Да? Есть правильное пищевое поведение для каждого организма, с учетом его иногда образа жизни в том числе. Да? Mm-hmm. То есть оно должно быть персонально подобрано. Поэтому в нашем эндокринологическом центре существуют специальные школы, да, для пациентов. Школы для пациентов по ожирению, школы для пациентов по диабету, на которых специально обучают
что есть как, есть когда, есть и в каком количестве. И в соотношении продуктов, и наверное. И в соотношении продуктов обязательно, потому что основное – это все-таки правильное пищевое поведение. Фармакологические препараты подсоединяются по необходимости, в зависимости от той или иной ситуации. Но фармакологические препараты на всю жизнь для снижения веса пить нельзя. Я понимаю, что это мечта любого человека. Да. Да, утром проснуться уже сразу минут 20. Да. Да, так вот хорошо, но такого не бывает. А да. Если даже это произойдет, то представляете, он тут проснется, 20 килограмм не будет, а что будет с кожей и с внешним видом? Это вот как бы вторая сторона, да. Которая не думает. Все-таки да. Физиологическое снижение мяса тела 4-5 килограмм. Поэтому на нашем сайте... месяц. Месяц, да. Угу. У нас на нашем сайте специально есть информация для пациента, где написана максимальная информация, что возможно написать на сайте. Угу. У нас есть консультативные приемы, на которые может прийти любой пациент в течение с 8 до 8 утра, включая субботу, да, да, у нас центр да. работает. Во-первых, можно сдать анализы. Во-вторых, можно проконсультироваться у любого врача. И акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога в том числе. Скажите, пожалуйста, чтобы записаться в вашу школу ожирения, ну, борьбы с ожирением, да, или в школу диабета, что для этого должен сделать человек? Информация на сайте. Да, открыть личный кабинет. На да. нашем сайте, там есть вся информация, и записаться вот в определенные ниши, там все разложено, как, куда и четко. Mm-hmm. Там есть определенные даты, в которые эти школы стартуют, набираются специальные группы, с которым занимаются. Это то есть не просто это так. Неделя... Неделя правильно, занятий. Не делали занятия. Скажите, пожалуйста, это в очном формате или это в дистанционном это также? В очном формате. Очный формат. Да, потому что дистанционно только Кашпировский мог работать. Ну, на всю страну. Да. Да? Не в обиду сказано. Да. Да? Там еще несколько человек, да. которые могли лечить все что угодно. Угу. В этой ситуации у нас в школах, например, в ожирении участвует опять-таки психотерапевт. Угу. Потому что... Можно 300 раз записать диету и положить ее на стол и больше не пользоваться. Но для да? человека должна быть правильно сформулирована мотивация. Задача. У нас же разные есть переедания. Как вот я уже сказала, стрессовое. Да. А есть переедания, связанные с тем, что вот женщина в 4 утра встала, приготовила еду, ушла на работу, пришла. Поела. Ребенок пришел со школы, кормит, ну, перекусил еще чего-то. Нет. Вечером пришел муж, накрыл на стол. Ну, что он один будет есть? Ну, тоже вроде что-то перекусил. То есть а? Вроде немножко, но все время. Ну, постоянно. С 4 утра. Да. А это совершенно другая да. как бы история, да? А вечерком, когда уже все спать улеглись, ну, наконец-то можно себе любимое налить чаечку и что-нибудь вкусненькое да. вместе с ним да. съесть, пока болтаешь с подружкой по да. телефону. Что-то обсуждаю. Да. 5 минут для себя. Но это обычно где-то часик. Ну, я так утрирую, но да. это очень часто бывает. Мы можем это скрывать, мы можем это... Не признаваться никому. Никогда, но да. периодически это случается со всеми. Елена Николаевна, вот вы, как с одной стороны, человек, который все знает, да, то есть, а с другой стороны, естественно, имеете свою семью. Я знаю, имеете дочь-подростка. Да, вот у вас дома, да, то есть, ну, и это живые люди, и вы живая, да, вот вы как это совмещаете в своей жизни, в своей семье? Ой, это довольно сложно. Легко давать советы, как всегда, труднее сделать дома. Дочка у меня очень спортивная. Она очень любит заниматься любыми методами спорта. Если она идет плавать, она занимает первое место. Не профессиональное плавание, но вот как бы так. Если она играет в баскетбол, то ей говорят, что она может стать хорошей баскетболисткой. Понятно. И то так далее. Ей предлагают профессионально заняться. Ей предлагают карьеру, да, да профессиональную. Да. Мы профессионально от этого всего отказываемся. Да. Но да. она действительно очень спортивная. Поэтому если она занимается чем-то, все, что она съедает, сгорает. Ну, это топка. Да. да. Вот. Как только она перестает... заниматься спортом, а пищевое поведение не прибавляется, не изменяется, да. то все эти любимые конфетки начинают вырастать. Ей сейчас 12 лет, мы превращаемся в девушку, да уже такую да. полноценную, со всеми вытекающими оттуда плюсами и маленькими минусами, да. вот, которые иногда бывают со спешками гормональной перестройки, характером и так далее. Вот, и дальше начинается вопрос, мама, я прибавила килограмм или 2 килограмма?
что мне теперь делать, как я должна есть, отведи меня к диетологу. Она сама задает вопрос, не я. Я ей говорю, дорогая. Она растет в профессиональной среде. Да. Я говорю, дорогая моя, я говорю, ты все прекрасно сама знаешь. Если ты не хочешь прибавить вес, значит, ты не должна съедать такое количество конфет, условно говоря, да? Либо вернуться к более активному физическому труду. Да. Условно говоря, выйди, погреби листья, которые тут... Нападали, березки, да? Да, березы сплели, сережки падали, иди, вот, убери, для тебя это хорошая физическая нагрузка. Да. Она с удовольствием несется, это делает, прибегает, говорит, о, говорит, килограмм ушел, понимаете? Это доминанта ребенка, да, определенного. А кто-то скажет, я буду сидеть и дальше конфеты есть, да. И книжку читать, и конфетами заедать косолапами. Вот, Мишка, там, например, как вариант, да, или как они там сейчас называются. Я к тому говорю, что это сложно. У нас только четко с детства мы не ходили никогда в фастфуд. Ну, это же не значит, что она этого не попробовала к 12 годам, и дальше это не будет. Вы знаете, она не попробовала это до 10 лет. В 10 лет она пришла и сказала, мама, мне в школе сказали, что я неандерталец. Это кто? Я говорю, что это, в общем, древний человек. Я говорю, а почему тебе сказали? Ну, потому что я честно призналась, что я ни разу не ела бургер. Я говорю, слушай, ты ела две булки посредине котлеты. Говорю, ты дома это ела. Есть? Да, это есть бургер. Ну, можно я попробую? Я говорю, хорошо. Мы с ней торжественно пошли в соответствующее заведение с буквы М. Да. И она поставила себе галочку, что она здесь была. Да, что она не ущербна. Да. Она говорит, мама, ну это же невкусно. Ну, я говорю, я тебе говорила. Ну, ты хотела в этом убедиться? Ты убедилась, убедилась. Все, вопрос был закрыт. Угу. Мы, конечно, как любой ребенок, любим картошку фри периодически половиться, но мы для этого можем ее сделать дома совершенно спокойно, это не проблема. Ну, то есть это не поставлено на какой-то недостижимый пьедестал, куда хочется забраться и объедаться, и не поставлено как то, что это норма в плане питания. Это где-то есть. Это есть, но это не очень правильно. Да? И поэтому не очень вкусно. Это совершенно не здорово для нее, поэтому это можно сделать. Домашние котлеты тебе больше нравятся? Она говорит, больше нравится. Все. А зачем мы будем покупать то, что тебе не нравится? Для того, чтобы кто-то в классе сказал, что ты-то ходишь, ты говоришь, что ты там была, ты знаешь, что это такое. Но тебе это не нравится. Тебе не нравится? Не нравится. Все, вопрос закрыт. Понятно. Это очень, с точки зрения, иногда родителям надо правильно работать психологами. Для этого родители сами должны это понимать и знать, как правильно это сформулировать ребенка. Потому что даже если родитель понимает, да, это не факт, что то, как он скажет, будет для ребенка правильно и то, что называется, зайдет. Ребенку нельзя говорить «нет». Ему надо объяснить всегда, почему нет. Тогда он, может быть, сам не захочет. Да, вот как моя сейчас не хочет. Вот сделать так, что, как мы сделали. Один раз пойти, дать попробовать, вопрос закрыть. Объяснив, что дома это действительно вкуснее. Конечно. И картошка фри есть дома, зачем туда идти? Да? Котлета с булкой, нет проблем, мы тебе сделаем. Кетчуп дома тоже есть, если тебе очень хочется. Конечно. Но домашние, сделанные из там, помидоров кетчуп, который домашнего изготовления, ничуть не хуже, чем тот, который разливается в баночках. Все зависит от рекламы. Если ребенок начинает понимать, что все, что показано в рекламе, а мы как-то вот с детства сформулировали, что реклама, она настроена на продажу чего-либо. Ну, конечно. Да. И не всегда бывает права, да? Поэтому слушать все то, что там рекламируется, принимать на себя, это неправильно. Поэтому у меня очень часто дочка смотрит и говорит, мам, это чтобы продать? Я говорю, да. Елена Николаевна, но вы знаете как, здесь еще есть один момент, и мне тоже кажется, что это прям вот надо подчеркнуть, что все то, что мы с вами обсуждаем, и я с вами абсолютно это разделяю, у меня дома в хорошем смысле культ еды, то есть да, у нас бабушка продолжает делать домашнее варенье, но она это делает со стевией или пюрированные, да, то есть фрукты, которые замораживаются, да, то есть продолжают какие-то делать банки, аджики и какие-то, ну то есть вот у нас принято домашнее питание. У нас тоже. И я, да, вот это разделяю и не воспринимаю это как какой-то немыслимый труд и подвиг, который я совершила. Для меня это норма. Это норма для меня. Я люблю себя и уважаю. Да, то есть и я люблю и уважаю всех членов своей семьи. Поэтому я это делаю для нас.
мне не сложно. А если мне что-то сложно, я открываю сайт, у нас на сайте «Здоровое питание» есть книга «Готовим вместе». Огромное количество мастер-классов, и я понимаю, как упростить свою жизнь и сделать это быстро. Но ведь для большинства продолжают, да, то есть вот оставаться вот этот вот акцент, во-первых, фастфуда, во-вторых, кулинарии, то есть полуфабрикатов, и, третьих, ленности, просто банально готовить для себя и для своей семьи. И здесь мне кажется, что просто понятно, что каждый принимает сам для себя решение, и это в 99% касается женщин, да, то есть, ну, здесь нужно понимать, ты зачем это делаешь, и не относиться к этому как к подвигу. Катерин, я с вами совершенно согласна. Все зависит от женщин. Особенно в семье. Семья начинается с женщины. Семья благодаря ей продолжается. Мы сегодня про день семьи говорим, да, и семья сохраняется. Поэтому если вот это правильное пищевое поведение примет на себя женщина, ну, например, на Пасху мы готовили куличью Пасху, но со стевией. Да? Почему нет? И мы делали то же самое. И в прямом эфире я готовила мастер-класс. У нас был кулич со стевией. Да? И мы со стевией. Да. Ну, а кто-то говорит, что оливье не может быть без майонеза. И хоть ты вот хоть прекрасно может быть без майонеза. Да. И поверьте, существует масса возможностей той же шубы без майонеза и без дополнительных, там, например, каких-то ингредиентов. Я, например, лук заменяю на яблоко. И тоже очень вкусно. И это просто есть определенные привычки. Вот эти привычки, если женщина берет курс на семью, повторяю, она хранительница очага, недаром об этом всегда говорили. Я согласна. И да. Если она берет курс на семью, она должна брать курс на здоровую семью. От женщины зависит от того, какая она будет сама, не только умница и красавица, но какой будет ее супруг. Конечно. Будут ли у них дети? И какие? И какие дети? А дальше будут ли у нее внуки и правнуки? Да. Потому что внуки уже зависят от их детей, кого она родит, а правнуки зависят от нее, как она будет сохранять свое качество жизни в старости и себе, и мужу. И во всем этом имеют значение гормоны, потому что без гормонов ребенок не рождается, не растет, не становится полноценным женщиной или мужчиной, не дает возможность воспроизвести себя самой, и он вообще не живет. Если нет гормонов, человек умирает. Я не говорю не только про половые. Поэтому гармония в гормонах – это абсолютно правильный лозунг. У нас еще в репродуктивной медицине есть такой лозунг – вся жизнь в гормонах. Это гормоны. Поэтому бояться их не надо. Надо приходить на консультацию. В нашем эндокринологическом центре умеют консультировать, умеют выбирать правильные препараты. Тем женщинам, у которых есть бесплодие, и другие какие-то гинекологические истории, мы кроме правильных препаратов гормональных делаем операции. Хорошо делаем операции. Хорошо. Вот. Мы оперируем мальчиков, если это надо, с точки зрения репродуктивного здоровья. Вообще у нас огромный хирургический блок в центре. Можно сделать любую операцию у больного с любой эндокринной патологией, в том числе с ожирением. Главное – это поддержание здорового качества жизни. Да? А вот это качество жизни включает в себя репродуктивное здоровье. Елена Николаевна, спасибо большое. Мне кажется, что мы сегодня с вами прекрасно поговорили, на мой взгляд. Надеюсь, да, нашим слушателям я надеюсь, тоже понравится. Да, что нашим слушателям и все, кто нас смотрел, соответственно, это было и интересно, и полезно. Друзья, у нас время нашего эфира заканчивается. Мы обязательно пригласим и будем рады, если Елена Николаевна найдет еще время для того, чтобы встретиться и пообщаться. Соответственно, я просто еще раз хотела бы сказать, что мы сегодня разговаривали и были в прямом эфире с заместителем директора эндокринологического научного центра Минздрава России, директором Института репродуктивной медицины, профессором, доктором медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории Еленой Николаевной Андреевой. И, соответственно, наш эфир был посвящен Международному дню семьи. И, безусловно, слогану эндокринологического научного центра «Гармония в гормонах», да, то есть я, на мой взгляд, мы сегодня, да, то есть охватили разные сферы, объяснили, почему это важно, то, что вот все, что касается гормонов и гормонозамещающей терапии и, соответственно, психотерапии и репродуктивного
функции как мужчины, так и женщины, так и старшего поколения. Поэтому, друзья, сайт эндокринологического научного центра вам в помощь. Представлена вся информация в отношении школы ожирения и всех активностей, которых в большом количестве проводит эндокринологический научный центр, а также можно записаться на консультации к врачам, которые при необходимости, да, то есть помогут вам и с оперативным вмешательством также. Спасибо большое, всем здоровья. И, Елена Николаевна, спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо большое, что пригласили. Я всегда рада возможностью пообщаться как можно большим количеством людей. И всем желаю здоровья и гармонии в семье. Спасибо. Спасибо, до свидания.